зале центрального стадиона шымкентские палуаны готовятся к республиканскому супертурниру «Казахстан Барысы». В этом году нашу область будут представлять два лучших борца тяжеловеса – Сабыржан Абилдаулы и Нурзат Беккасымов. Оба спортсмена усиленно готовятся к первенству, ведь на кону два главных приза – тайтуяк и алтын бельбеу. Кроме этого, победитель получит 150 тысяч долларов США. Подготовка, как видите, идет полным ходом. В прошлом году на турнире сильнейших нам, к сожалению, не удалось показать хорошую борьбу. Однако в этот раз я надеюсь, что мы выступим достойно. Думаю, призовые места у нас будут. Прошлый турнир для четырех наших палуанов стал неудачным. В этом году тренеры надеются, что результат будет иным. В этот раз у нас особая подготовка. Первый этап мы уже прошли. Совсем скоро мы выезжаем в ущелье Бургулюк. Там до 15 сентября у нас пройдет второй этап подготовки. Всего в турнире «Казахстан Барысы» будут участвовать 34 спортсмена. Соревнования среди лучших борцов республики пройдут 22 сентября в столице Астане.